сейчас мы пообщаемся с двумя спортсменами нашего города, с Владиславом Артяшкиным и Дмитрием Гречко, которые занимаются спортом. Учатся где-то, да, ребят? В институте. А где, в каком городе? В Ростове-на-Дону. На кого? И ювелирные изделия. Ух ты, как здорово! А почему ювелирные изделия? Как такое пришло в голову? Ну, нравится мне эта профессия. Золото люблю. А, ну, золото все любят, я думаю. А ты? Я на Вашахтинской техникуме. А на кого? Автокрановщик. А скажите, в спорте вы уже достигли хороших результатов, вас красносулинцы знают. И чем-нибудь еще увлекаетесь? Помимо спорта? Да. Да нет, в основном хобби только спорт. Ага, хорошо. Скажите, ребят, какие-нибудь пожелания нашим красносулинцам с Новым годом? Ну, прежде всего, с наступающим Новым годом, новых побед, новых успехов, чтобы все было замечательно в новом году, в предстоящем 2017 году. Новых побед. Вот. И занимайтесь спортом. Спорт – это все. Дим, скажи, пожалуйста. Ну, в зале сейчас на данный момент мало людей занимается. Хотим, конечно, вас пригласить в спортивный зал «Богатырь» в 12-й школе. Приходите, вместе будем заниматься. Не стесняйтесь, покажем, научим. С Новым годом! Новый год – это шанс начать все с чистого листа. И если вы хотите измениться, преобразиться, то я думаю, что тело – это самое, наверное, видное преображение. И поэтому ребята, как настоящие спортсмены, призывают всех заниматься спортом, а спорт – это здоровье в первую очередь.